целом на сегодняшний час отопление на данных объектах оно присутствует. Соответственно, было небольшое понижение. Но вот, как я уже сказал, все меры были своевременно приняты, чтобы восстановить в полном объеме подачу теплоносителя. Соответственно, со стороны администрации в адрес производителя работ еще раз указано на надлежащее производство работ. Пускай это будет ночное время, но в данном случае такие ситуации не должны происходить, тем более в зимний период, когда отрицательные температуры.